Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Перзуда. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в которой говорится: «Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, в результате которого погибли и пострадали десятки людей. Выражая всему дружественному народу России свои искренние соболезнования в связи с этой трагедией, прошу передать наши чувства сопереживания родным и близким погибших, а также пожелание скорейшего выздоровления всем пострадавшим». Отмечается, что до 38 возросло число жертв обрушения жилого дома в российском городе Магнитогорске. На 4-й сутки спасательных работ из-под завалов извлекли тело 38-го погибшего. Подъезд многоэтажного дома по проспекту Карла Маркса обрушился из-за взрыва бытового газа. До 38 возросло число жертв обрушения жилого дома в Магнитогорске. На 4-й сутки спасательных работ из-под завалов извлекли тело 38-го погибшего. По данным властей, опознаны 22 жертвы. Подъезд многоэтажного дома по проспекту Карла Маркса обрушился в понедельник, как сообщается, из-за взрыва бытового газа. Ход спасательных работ осложняют морозы. В Магнитогорске готовятся похоронить первых жертв трагедии. Церемония прощания состоится в пятницу. Поиск людей продолжается круглосуточно. Почти 1000 спасателей разбирают завалы. Задействованы самосвалы, инженерная техника, телевизионно-звуковое оборудование, служебные собаки. Руины обследуют и с воздуха, и с помощью беспилотников. Работы осложняются сильными морозами. Мы продолжаем наш выпуск. Придавая особое значение здоровью общества и социальной защиты населения, в своем послании к Маджлисе Ули президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что необходимо и впредь расширять и укреплять инфраструктуру медицинских учреждений и социальной защиты населения, а также устранить некоторые недостатки, в том числе в вопросах оказания первичной медицинской помощи, которая финансируется за счет бюджета. Тему продолжит Зумрат Файзиева. В настоящее время в 19 городах и районах страны осуществляется программа государственных гарантий по обеспечению населения медицинской и санитарной помощью в экспериментальных районах Республики Таджикистан на 2017-2019 годы. И этой практикой поэтапно будет охвачена вся страна. Правительство республики планирует в течение 3 будущих лет с 2019 по 2021 годы создать в стране более 560 больниц, центров здоровья и других объектов сферы здравоохранения. Только в 2018 году введено в эксплуатацию 7 медицинских пунктов в Хатлонской области и 1 больница в Сагдийской области. По данным Министерства финансов Республики, в государственном бюджете на следующий год на развитие сферы здравоохранения предусмотрено выделить свыше 1,5 миллиарда сомани. В целом на социальное страхование и социальную защиту из государственного бюджета 2019 года планируется выделить около 3,7 миллиардов сомани. Несмотря на продвижение, все еще наблюдаются некоторые недостатки, в том числе в вопросах оказания первичной медицинской помощи, которая финансируется за счет бюджета. По жалобам и заявлениям жителей страны, поступающим в адрес исполнительного аппарата президента, становится очевидно, что в некоторых медицинских учреждениях во время оказания первичной медицинской помощи у родственников больного или нуждающегося в помощи требуют и взимают деньги, что противоречит закону. Одним из больных вопросов, который не устраняется, невзирая на постоянные указания, это все еще низкое качество и уровень обслуживания и диагностирования в медицинских учреждениях. Поэтому руководство Министерства здравоохранения и социальной защиты населения обязано принять эффективные меры в этом направлении. 2 декабря 2019 года президент Республики Таджикистан подписал ряд законов о внесении изменений и дополнений в действующие законы, направленные на усиление ответственности врачей, работников салонов красоты, парикмахерских предприятий по обслуживанию, которые не соблюдают санитарно-гигиенические, санитарные
санитарно-противоэпидемиологические правила и нормы, а также направленные на усиление ответственности лиц, которые занимаются незаконным ввозом, производством и оборотом низкокачественных поддельных медикаментов, не отвечающих установленным стандартам, или просроченных лекарственных средств. В настоящее время в стране проживает 149 тысяч инвалидов, в том числе 15 тысяч инвалидов первой группы, почти 27 тысяч инвалидов в возрасте до 18 лет и 71 тысяча сирот. Общая сумма, которая ежемесячно из государственного бюджета выплачивается сиротам, составляет более 12 миллионов сомани. Ведь решение социальных вопросов, в том числе забота об уязвимых группах населения, в первую очередь сиротах и инвалидах, одиноких пенсионерах и ветеранах, считается одной из важнейших задач. 2 декабря был подписан указ президента Республики Таджикистан об объявлении 2019-2021 годов годами развития села, туризма и народных ремесел. Основной целью этого предложения является осуществление усилий правительства страны в направлении еще большего обустройства Таджикистана и решения социальных вопросов населения путем улучшения инфраструктуры, прежде всего сверхобразования и здравоохранения, создания рабочих мест, обеспечения сельских жителей качественной питьевой водой, строительства и реконструкции местных дорог, развития туристической инфраструктуры и народных ремесел, а также приведения в соответствие с современными требованиями уровня услуг и повышения благосостояния народа в каждом селе и населенном пункте. Объявление 2018 года годом развития туризма и народных ремесел дало серьезный импульс осознанию важности этой сферы в социально-экономической жизни народа. А число туристов, посетивших Таджикистан в 2018 году по сравнению с 2017 годом, увеличилось в 2,5 раза. Но чтобы в полной мере достигнуть намеченных целей, одного года мало. Поэтому была принята стратегия развития туризма на период до 2030 года. Туристические возможности Таджикистана по возможности были представлены, но для развития инфраструктуры этой сферы во всех регионах страны необходимо принять дополнительные меры. В своем послании Маджлиси Оли президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью придания ускорения решению упомянутых вопросов и с учетом необходимости развития сельской инфраструктуры, предложил с 2019 по 2021 годы объявить годами развития села, туризма и народных ремесел. А 2 декабря 2019 года был подписан указ президента Республики Таджикистан об объявлении 2019-2021 годов годами развития села, туризма и народных ремесел. Основной целью этого предложения является осуществление усилий правительства страны в направлении еще большего обустройства Таджикистана и решения социальных вопросов населения путем улучшения инфраструктуры, прежде всего в сферах образования, здравоохранения, создания рабочих мест, обеспечения сельских жителей качественной питьевой водой, строительства и реконструкции местных дорог, развития туристической инфраструктуры и народных ремесел, приведения в соответствие с современными требованиями уровня услуг и повышения благосостояния народа в каждом селе и населенном пункте. Для достижения этой цели, а именно большего представления уникальных и живописных туристических мест, а также охраны, развития и рационального использования природных ресурсов, флоры и фауны, историко-культурного наследия, создания условий для экологического, лечебного, спортивного, охотничьего и горнолыжного туризма, правительству страны необходимо принять дополнительные меры. Ведь каждый член общества должен стремиться к самореализации, а для этого необходимо обладать профессией или ремеслом. Около 270 контейнеров, в том числе с опасными химическими веществами, упали в Северное море с грузового судна. В результате сильных дождей и оползней, которые были вызваны тропической депрессией Усман, число погибших на Филиппинах увеличилось до 85 человек. Береговая охрана Испании спасла за первые два дня 2019 года более 400 мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей.
около 270 контейнеров, в том числе с опасными химическими веществами, упали в Северное море с грузового судна. Это судно является одним из крупнейших контейнеровозов в мире. Оно может перевозить больше 19 тысяч контейнеров. Причиной инцидента, произошедшего у немецкого острова Боркум, стали сильные волны. В трех попавших в воду контейнерах находятся химикаты, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками. Береговая охрана Нидерландов призвала местных жителей не пытаться вскрывать контейнеры и не прикасаться к их содержимому, а также сообщить о вымытых на берег контейнерах в полицию или в экстренную службу спасения. Ликвидация последствий ЧП займет несколько дней. В результате сильных дождей и оползней, которые были вызваны тропической депрессией Усман, число погибших на Филиппинах увеличилось до 85 человек. Еще 16 человек считаются пропавшими без вести. Всего стихии на Филиппинах оказали затронуты больше 45 тысяч семей. По официальным данным, ураган нанес сельскому хозяйству Филиппин ущерб на 6 миллионов долларов. Береговая охрана Испании спасла за первые два дня 2019 года более 400 мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море. Как сообщается, в Гибралтарском проливе и в море Альбуран были спасены 111 мигрантов. В среду удалось спасти еще 290 человек. В 2015 году из-за активизации конфликта в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы. До сих пор изделия таджикских народных ремесел пользуются большим спросом. Одним из самых востребованных на мировом рынке таких изделий являются джурабы, которые хорошо согревают зимой и даже обладают лечебными свойствами. Кроме того, согласно древним поверьям, символы в узорах этих изделий несут особую духовную силу. Известность таджикских джурабов распространяется далеко за пределы Таджикистана. Основной отличительной чертой джурабов от других вязаных носков является плотная красочная вязка со множеством символов. Для джурабов используют козлиную или баранью шерсть, обработанную по специальной методике. Тайна методики обработки шерсти, окрашивания и изготовления пряжи хранится потомственными вязальщицами и передается по наследству. Для изготовления красок использовали растительную хну, кору орешника и другие горные растения. Джурабы хорошо согревают и обладают лечебными свойствами. В условиях гор это очень важно, ведь холодный период здесь длится долго и даже летом достаточно прохладно. А еще мастерицы говорят, что положительный заряд владельцу джурабов дает особый орнамент. По старинному поверью, символы в узорах несут особую духовную силу, способную заклинать зло и несправедливость, защищать от стихийных сил природы. Знатоки символов могут буквально читать по орнаменту послание, заложенное мастерицами в свое изделие. В орнаментах сохранена символика древних ариев, которая называется Гандунай-Хуршет. В узоре как бы скрещены четыре первые элемента природы – огонь, воздух, земля и вода. Мастерицы использовали и личные наблюдения, придумывая свои собственные рисунки, чтобы сделать изделие неповторимым, а также оставить на изделии собственное послание, состоящее из пожеланий здоровья, долголетия, плодородия и вечной весны. Зумрат Файзиева, Рано Азизи, телевидение Таджикистан. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. О развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!